Не отставайте. Своих мы не бросаем. Никогда. Да. Сейчас хотя бы потихоньку провести всех через это, до силикатки. Thank you.
Что-то Егор совсем устал там. 13 лет, тридцаточку когда, ну... С непривычки. Ну, ты, ему 13 лет, а мы 30 километров. Нифига, вот ему 13 лет. А дед выглядел так же, как сейчас, когда ему было 14. Очеметельно. Говорил, мама наверняка подделала паспорт. На самом деле ему уже 25. Ага, да. То есть не 30. Мама, мне 30, я хочу верить. Вот цыганята, да такие. Попить? Никогда так далеко не катались. Попить серьезно. Будешь водичку? Мы же, в принципе, в городе, да? Ну, да, да. Все, все до кратки. На, ну, попей воды. Тут сейчас это... Да, попей, попей, открой, попей. Дюма сегодня на это... Не рассчитали. Не, ну как, 13 лет? Сколько? Пацанов, 13? 11. 11? Да. Тебе 11, ты говорил 13. Давай, давай, никто не потонул 30 километров, короче. Это минимум, на самом деле больше. Потому что это 14 километров был. Да, это 14 километров, только вот откуда, отсюда? Нет, это от центра считается. А, 14 от центра. Да. Ну, 14, то есть 14 от центра, 14, плюс 14, 28. 30. И от центра 30. До дома еще. Я что-то посмотрела, что-то 17 километров писалось. Ну, 17 километров, в принципе, нормально. Мы это катали, то есть это как когда отсутствие работы. Не, 17 только туда. Да, да. А потом сейчас едем, думаю, так... Надо было мне смотреть лучше. Нет, я говорю, 30 это, ну, это даже для меня тяжело. Ну, как бы раньше, сейчас нормально. Ну, сейчас полтинник. Ну, потихоньку, главное, засохнет. Там уже сейчас свет. Вы сейчас как раз начнем, пока тоже успеете. Она как раз на Комсомольской площади. А на сегодня? Да, в 10 часов в стережке. Только единственная проблема, комендантский час там. Я не советую ночью ехать, там ничего не будет. Конечно. Ну да. Да, там обычно все нажираются. Там, нет, там не нажираются, но ну, там просто по городу ездят. Да. Там это единственный раз было интересно, это по... где там? По Красина 2. Там аэродром или что-то такое. Поехали. А ты поешь на ночь? Ты на ночь уедешь? Сейчас я, наверное... А кто будет? Ну все будут кто-то. А вы бы поедете? Нет, мы... Если бы там с Речного куда-нибудь, а тут на Терешку, с Терешки до Комсомольской. Нет, если бы нам по пути было. Тем более грязно в городе. Ну, ждать, плюс роллер. Нет, а серьезно. Сейчас значит, да, мы поедем. Не-не-не-не, ну, сейчас а что все. Сейчас мы поедем сосиски делать. Ну все, тогда прощаемся на сегодня. Потихонечку доедете. Может, мне завтра приедем. Вот. То есть прямо нет, завтра по этой улице будет восточный мост. Да. Вот. Ну а лучше через восточный, а через это, через сэн. Ну все, все, поехали. Не за что. Держитесь. Да. Да не, нормально, на самом деле, нормально. Не, Люк, я говорю, сегодня нет, а вот следующие выходные. А следующие выходные, может, я буду ждать? Значит, через выходные. Мы каждые выходные все равно что-то устраиваем. Я по-любому. Знаю. Ну, мне вот хочется вот туда. Там много... Вот. Я все понимаю. Вот. Но, видишь, там... у нас сегодня... А ты же говоришь, спит машина сзади. Ну что, стартуем побыстрее?